Должен вам сказать, что за право участия в сегодняшнем концерте среди артистов было большое соревнование. Кроме сценических данных, репертуара, основное условие – состоишь ли ты подписчиком «Правды». Артисты приносили квитанции за 40-е годы, 30-е годы, а один музыкант принес квитанцию за 1918 год. Молодым артистам сложнее, у них нет такого большого подписного стажа, но им разрешили принести квитанции на «Комсомольскую правду». Я лично здесь по квитанции на журнал «Крокодил». Так что сегодня в концерте принимают участие пожилые и молодые подписчики «Правды», ее читатели и ее почитатели. Сегодня все советские люди празднуют 50-летие этой самой народной, самой близкой сердцу наших людей газеты «Правда». Как в промышленности, в сельском хозяйстве, передовиков мы называем маяками, газета «Правда» — это маяк, который уже полвека указывает путь в наше светлое будущее. Маяк, который никогда не гаснет. Удивительное дело. Газета «Правда» — это газета для всех. Газета партийных работников и ученых, колхозников и писателей, рабочих и артистов, спортсменов, художников. Эту газету читают трудящиеся всего мира. Эту газету можно приобрести в Гаване, в Берлине, в Пекине, в Праге, в Будапеште. Правда, в некоторых столицах буржуазных стран «Правду» не разрешают. Но это понятно. Как говорит русская народная поговорка, «Правда глаза колет». В «Правде» трудится замечательный коллектив талантливых советских журналистов. Но могучая сила «Правды» — это многомиллионная армия народных корреспондентов, читателей «Правды», которые сообщают различные важные факты, ставят новые жизненные вопросы. И не случайно в «Правде» есть такой раздел «Читатели сообщают». Ну, факты бывают самые различные. После того, как в «Правде» был опубликован документ о связи школы с жизнью, один читатель сообщил следующий факт. На одном из московских бульваров на скамейке сидели два человека и читали «Правду». Правда, она сравнительно молодая женщина, он пожилой рабочий. Она говорит, что же это получается? Мой сын, круглый отличник, юноша почти что со средним образованием, по окончании школы должен пойти работать, наверное, таскать дрова. Позор. Гражданка, а я знал человека, у которого образование побольше было, и бревна таскал, и за позор не считал. Кто это? Ленин Владимир Ильич на субботнике. «Правда» писала. Гражданин рабочий, вы должны понять меня правильно. Мой муж рабочий, из рабочей семьи, стал театральным критиком. Я из рабочей семьи стала музыкальным критиком. Моя сестра преподает бальные танцы, а сын должен пойти в рабочие. Гражданка, но ведь должен в семье хоть один человек работать. Другой факт. Несколько дней тому назад иностранец подошел к газетному киоску, купив свежий номер газеты «Правда», где было напечатано сообщение о запуске нового искусственного спутника Земли «Космос-4», тут же стал покупать значки, стал выбирать эти значки и выбрал значки ракеты. Говорит, о, я беру 3 ракеты и отправляю к себе домой. Русские ракеты попадают в нашу страну. Господин, если нужно будет и так случиться, наши ракеты и без вас попадут куда надо. Берите лучше голубя мира. О, вы дипломат, я вам задам один интересный вопрос. В вашей газете очень часто есть два непонятных русских слова. Кузькина мать. Что это есть Кузькина мать? Господин, мы, понимаете, все советские люди делаем все необходимое, чтобы вы никогда не узнали, что такое Кузькина мать. Во время работы комсомольского съезда «Правда» печатала материал съезда. И в выступлении одного делегата был приведен такой факт. Один горе-лектор, читая лекцию о будущем, утверждал, что при коммунизме каждая женщина будет иметь 12 платьев, а мужчина – 7 костюмов.
Рабочий день будет длиться 2 часа. Лектору был задан вопрос. Вот вы сказали, рабочий день будет длиться 2 часа, а перерыв на обед будет? И лектору предложили почаще читать правду, чтоб меньше глупостей говорил. Все, что есть хорошее в нашей жизни, правда поддержит. Все, что плохое, осудит и развенчает. И вот сегодня в юбилей правды я подумал, все мы с вами имеем выходные дни. Это нам обеспечено нашим законом. Правда работает без выходных. Это понятно. Ленинская правда нужна людям каждый день. Композитор Колмановский, слова Евтушенко. «Хотят ли русские войны?» Исполняет солист Большого театра Союза СССР, заслуженный артист республики Артур Эйзен. Заслуженный коллектив Молдавской ССР, ансамбль народного танца «ЖОК», художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Молдавской ССР «Курбет».
Чайковской. Вальс «Скерцо» исполняет лауреат второго международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского Нина Бейлина. Партию рояля исполняет Таисия Меркулова. Thank you.
Штраус. Вальс «Голубой Дунай» исполняет народная артистка Украинской ССР Евгения Мирошниченко. Oh.
Украинская народная песня «Ніч яка місячна» исполняет заслуженный артист Украинской ССР Константин Огневой. Хоч голки збирав, видиш, покараю працею зморена, хоч на хвилиночку гав. Сядемо вкупі ми під калиною, і над панами я пан. Глянь, моя рибанька, срібною хвилею стелиться полем туман. Лякайся, що ніженькі босі мочиш в холодну росу. Я ж тебе вірна, я ж до хатиночки сам на руках однесу. Хоч голки збирав, вийдеш, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку вгав. Вийдеш, коханая, працею зморена, Тарантелла. La 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 la
Già s'avanza, tiri, tiri, alle assalto tornerà. Già s'avanza, tiri, tiri, alle assalto tornerà. Terra, terra, cole, onda, cole, brona, va quella. Con la rossa va seconda, con la sorta ferma sta. Viva e vola, tondo, donna, sono un re, sono orcia. Il più bel piacere del mondo, la più carra voleta. Mamma mia, già la luna in mezzo al mare. Mamma mia, mamma mia, si salterà. Fringhia, 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 mamma mia, si salterà. Fringhia, 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 mamma mia, si salterà. Нам очень приятно выступать сегодня перед работниками печати, перед работниками радио, телевидения, перед теми, кому поручена почетная и ответственная задача нести в массы слово правды, воспевать наши достижения, критиковать подлежащее осуждению. Слушайте, Павел Ильич, вы считаете это очень вежливым, читать газету, когда я разговариваю со зрителями? А говорить с эстрады то, что каждый может прочитать в любой газете, это более вежливо, разве? Да, но если не говорить о вежливости, это, по крайней мере, некрасиво. А что тут некрасиво? Стоит артист, читающий газету. По-вашему, артист, не читающий газету, это более красиво? Да, но не на сцене же этим заниматься. Вы когда просыпаетесь? На зорьке. В 6 часов утра? Почему в 6? На пионерской зорьке в 10 часов. Ну, вот тогда вы и смотрели газету, а что вы сейчас-то в ней ищете? Ну как это что? В наше время каждый час может что-нибудь случиться. Может быть, уже человека на Луну запустили, а мы с вами не знаем. Я могу вас успокоить, Павел Васильевич, пока такого сообщения в газете не было. Но все равно есть масса интересного материала для нашего победного рапорта. Победного рапорта? Да. А какие такие у вас победы, о которых вы собираетесь рапортовать? Мало ли, у нас победы на каждом шагу. Ну, а все-таки? Что все-таки? Вот, пожалуйста. Комсомолец Усков откормил свиней больше, чем целый район. Сивиль Казиева собрала хлопка больше, чем вся республика. Ян Дрон вырастил кукурузы больше, чем целый край. Что это вам, не победы, что ли? Победы, и победы блистательные, но почему вы о них собираетесь рапортовать? А как же, это наши общие победы. Да, но в какой степени вы лично принимали в них участие? Для рапорта это не имеет значения. Одни работают, другие рапортуют, у каждого свой профиль, я хочу. Но все-таки, Павел Васильевич, каков ваш личный вклад в это дело? Как это каков? Рапорт. Вот возьму большой лист бумаги, напишу красиво рапорт. Очень хорошо. Большой лист. Это в то время, когда мы боремся за экономию каждого клочка бумаги. Вон дети, школьники собирают макулатуру. Да, я видел. Одни собирают, а другие мастерят голубков и пускают на ветер, понимаете. Правда, это мелочь, конечно. А вот представьте себе, что не мелочь. И таких детей, от таких детей, видимо, надо прятать бумагу. Что от детей? Бумагу надо прятать от пенсионеров. Говорят, они завалили своими произведениями все редакции газет, радио и телевидения. Но знаете, Павел Васильевич, я убежден, что вы преувеличиваете. Вот смотрите, радиоредакторы очень хорошо работают. Они составляют интересные, разнообразные программы. Да? А почему они темы дублируют? А как это дублируют? А очень просто. Вон, почитайте программку радио. Так.
на одну и ту же тему две передачи подряд. Какие передачи? Какие? Вон, почитайте. В 17.00 лекция «Лечение сном». В 17.15 «Веселый спутник». Зачем повторяться? Хватило бы одного спутника, будем. Ну, хорошо, Павел Васильевич, а скажите, какие телевизионные передачи вы считаете наиболее интересными? Самая интересная телевизионная передача это была «Из космоса», когда летал Герман Титов. Да, это, конечно, мечта. А почему мечта, когда это было все наяву? Мечта – это чтобы не менее интересные телевизионные передачи шли не из космоса. Да, а с Луны, да? Слушайте, что у вас какие-то космические масштабы с Луны? А если просто шаболовки, это что, вас не устроит, что ли? Но обязательно устроит, Павел Васильевич, вполне. И я убежден, что работники телевидения в самый кратчайший срок примут все меры для того, чтобы эта мечта превратилась в действительность. И вот тут-то, Павел Васильевич, будет не лишним и наш с вами скромный вклад в это дело. Ну, тогда по радиотрадиции давайте дадим наши позывные. Давайте. Вам привет из Ленинграда, привезли с партнером мы. Нас направила эстрада к вам сюда спецкорами. Мы обычно из газеты материал берем в куплеты. А сегодня мы куплеты вам исполним для газеты. Был маяк в селе одном, 100 газетчиков при нем. Интервью на дню 100 раз, и маяк совсем погас. В молодежную газету мы зашли, народу нету. На дверях плакат прочли, все на пенсию ушли. Ждем всегда мы с интересом, что о пьесе скажет пресса. Коля ругает пьесу пресса, значит, стоящая пьеса. Стен газету «Щитовод» дал прозава 5 острот. И теперь за те остроты ходит месяц без работы. Написал писатель повесть под названием «Честь и совесть». А главу о совести взял из чьей-то повести. Говорят, газету «Труд» с удовольствием берут. Как таблицу поместят, так газета на расхват. Для редакторской работы, говорят, всего важней сигареты, крепкий кофе, ну и ножницы и клей.
Материал селькор столичный собирал на целине. Материал привез отличный на пальто своей жене. Все конфликтные сюжеты – это темы для газеты. А когда конфликта нет – это радиосюжет. Гины и Вакханалия из балета Хачатуряна «Спартак» исполняет Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и телевидения. Дирижер, автор, лауреат Ленинской премии, народный артист Советского Союза Арам Ильич Хачатурян. Хачатуряна к драме Лермонтова «Маскарад».
балета «Гаяне». Выступает народный артист республики Аркадий Райкин. В интермедии заняты артисты Ленинградского театра «Миниатюр» Владимир Лиховицкий и Герман Новиков. Жизнь человеческая, жизнь мещанина и обывателя, вот она, эта жизнь, от и до. Родился человек, еще на четвереньках ползает по дороге жизни, встал на ножки, сказал первое свое слово: «Мама!» Сел на первый свой транспорт, верхом на палочку. Почувствовал силу, подрался, пошел в класс, сел за парту. Маргина, можно выйти? Вышел, увидел цветок, любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу примет. Объяснился в любви, взял портфель, пошел, пора домой, пришел домой, детки, ну, на место, обед готов. Ой, Саша пришел, ваше здоровье. Виноват, черви, козыри. Моя взятка, встал из-за стола, огладил брюшко. Интересно, какое сегодня число, что-то я без очков ничего не вижу. А? Как быстро время бежит. Мне сегодня 85 лет стукнуло. А где моя палочка?
Что-то я должен был сделать, а вот что? А жизнь кончилась. Так ничего не успел человек за всю свою жизнь. Слова «бережливость», «экономия» – очень скучные слова, но о существе этих слов думает повседневно на каждом предприятии, на каждом, в каждом учреждении, думает об этом в каждом, на каждом Сергей заводе. Иванович! На каждом... Сергей Иванович! Что? Купил, достал? Кое-что. Знал, кого посылают. Так, хорошо, давай сюда. Электронагреватели лабораторные есть? Не. Электронагреватели? Не, не взял? Не. Ну что, ничего не взял? Ничего не взял? Взял. Взял? Что, что взял? Все. Холодильник. Что? Холодильник. Холодильник? Так. А на что нам холодильник? На что он нам? Нам-то на что холодильник? На что он нам холодильник? На что нам холодильник? Я говорю, на что он нам холодильник? Как? На что на холодильник? На что он нам? Так, как? Холодильник, я говорю, на что он нам холодильник? Ты на что? Летом включим. Включим летом. А, ну-ну. Ну и что будет? Что выйдет? Да, что будет? А что выйдет? Вот и я спрашиваю, что будет? Ну, включим летом, ну и что будет? Что выйдет? Да, что будет? Пиво будет холодное. Пиво холодное летом, это хорошо. Шельма. Понял, не? Последний раз. Значит, холодильник вместо электронагревателей. Понял, не? Последний раз. Давай дальше. Инструмент слесарный, 20 наборов. Есть? Нет. Инструмент слесарный не достал? Нет. Ну и что, ничего не взял, ничего? Не взял? Взял. Взял, что взял? Давай, что? Ну? Что, 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 давай, давай. Ну, ну, центрофугу взял, не? Нет? Электросварку взял, не? Автоклав взял, ну? Давай, дробилку взял. Ну что, давай, 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 давай уже. Рожай, рожай уже, давай, ну. Ну давай, что, что, давай, убивай сразу. Ну давай, что? Ну? Рояль. Что-что? Рояль. Рояль? Так, это что, это что ли, да? Так. Ну, а рояль на что нам? На что нам рояль, Ева? Сека? На что нам рояль, я говорю, на что он нам рояль, на что? Сека? На что нам рояль, я говорю, на что он нам рояль, на что? Рояль! Как, Сергей Иванович? Поставим при уходе. При входе поставим. Ну да. Ну и что будет? Что будет? Да, что будет? С кем? С роялем? Со мной что будет? Ревизия придет, что со мной? Ну да, значит, говоришь, рояль поставим при входе. Ну, ну и что же будет? Что будет? Да, что будет? Солидно будет. Да, это, наверное, очень будет солидно, ежели мы поставим рояль при входе на овощную базу. Так, рояль большой? Большой. Крышка есть? Есть. Ничего, под тару приспособим, ничего. Картошку будем хранить, огурцы. Понял, не? Последний раз. Давай дальше. Книги конторские. Книги кончились, но я в очереди стою за флексометрами. Правильно, молодец. Зря время не теряешь. Ага. Зачем, зачем стоишь, зачем? За флексометрами. А что это такое? Не знаю. А может не брать? Да ты что? Конец года, все равно деньги пропадают. А ну давай быстро за флексометрами. Давай. Обычно спектакль в драматическом театре продолжается по времени примерно 3,5-4 часа. Но, как правило, публика уже на второй минуте знает, что будет дальше. По сюжету она догадывается. Зачем же играть 4 часа? Сыграли 2 минуты и хватит?
Вот этот-то принцип мы и положили в основу нашего филиала. Сейчас мы его покажем. Филиал наш мал, но недостатков в нем много. Очень многие нас обвиняют в том, что мы в своем филиале не поднимаем больших тем. И действительно, если отнестись к этому самокритично, надо отметить, несмотря на то, что мы поднимаем целый ряд острых вопросов, мы часто плаваем по поверхности. Неужели действительно мы сегодня не могли бы поднять такую жизненно важную тему, такую проблему или другую проблему? Я считаю, что основной недостаток нашего театра, я не боюсь этого слова, я буду говорить об этом в присутствии многочисленного коллектива «Правды», в присутствии многочисленной аудитории. Я считаю, что основной вопиющий, вот даже как, вопиющий недостаток нашего филиала заключается в том, что мы все... Министерство культуры. Маленький художественный эстрадный театр, так он называется, или иначе сокращенно МХЭТ. Прошу внимания. Гражданин, здесь перехода нет, платите штраф. Извините, пожалуйста, гражданин. Вот я и говорю. В прошлом году наше предприятие недовыполнило план на 40% 50. А 40% 50 мы в прошлом году нам недовыполнили на 40% 50. Но в нынешнем 62-м году нам выполнить план на все 100%. Я еще раз напоминаю, что в прошлом наше предприятие недовыполнило план на 40% 50. На 40% 50 мы недовыполнили план. Чтобы в нынешнем году вы... Слышь ты, никого же нету. Ну? Все разошлись. Слышь, я пошел спать. Вот тебе ключи. Кончишь доклад, запри помещение. Здравствуйте. Здравствуйте, прошу. Здравствуйте. Слушаю вас, товарищ. Мне нужно поставить телефон. Телефон служебный на квартире. Личный на квартире. Личный на квартире. Да. Ничего не выйдет. Свободных точек нет. АТС не справляется. Так что сами понимаете. Понимаю. Да. Сколько? Да что там? Все дело там 30 рублей. Ну, пожалуйста, я согласен, пожалуйста. Сразу видно, понимающий человек. Да. Где живете? Пушкинская улица, так. Дом 7, квартира 18. Этаж какой? Пятый. Пятый этаж. Ничего не выйдет. Почему? Проводу надо много тянуть. А вы постарайтесь, пожалуйста, мне телефон необходим. Ну да, это всем необходимо. Ну, сделать что-нибудь. Ну да, сделайте, сделайте. Как сделать? Сейчас так. С этим делом знаете, как сделать? Сделайте, потом вам сделают, знаете. Ну, сделать что-нибудь. Кто у меня там в районе работает, может через район это сделать? А. Есть у меня один человечек, так. Только молодой еще. Ну что молодой, что там опыт какой-то особенный. Не скажите, молодой, недавно женился, так. Квартиру получил, мебель покупать надо. Сами понимаете, Понимаю. Да, да. Сколько? Да что там, 20 рублей. Ну, пожалуйста, я согласен. Завтра будет телефон, висячий, настольный. Настольный, пожалуйста. Настольный, чудесный. Как фамилия? Поликарпов. Поликарпов. Где работаете? Районный прокурор. Районный прокурор. Что, протокол будешь составлять или прям в тюрьму идти? Прямо в тюрьму. В тюрьму. Анна Петровна, передайте Кукушкину, чтоб дела принимал. Я тут отлучусь. Лет на пять. Да. Пошли, дорогая.
бытового обслуживания. А, комбинат бытового обслуживания. Вот посмотрите, у меня пятно, можно вывести? Пожалуйста. А только мне надо срочно. 10 минут потерпите, все, пожалуйста, пожалуйста. 10 минут, можно потерпеть. Вот. Что, тоже пятно, да? Я говорю, тоже пятно. Что? Я говорю, тоже пятно. Ага. Срочно тоже, да? Я говорю, срочно, что ли? Да, ага. Это что, в трамвае пятно посадили, да? Я говорю, в трамвае пятно посадили-то. Не, не. А, в машине, да? В машине, что ли? Не. Что, на велосипеде? На катке. А, на катке. Как? Каток ведь зимой, сейчас же лето. Вот с тех пор и жду. О, кто это? А? Сережа? Я. А кто? Я. О, Володя, Володя. А кто? Не правда, кто это? А кто? Кто? Я. Люди, что ли, а? Побеждаем эту Я. Ой, обознался, Эли. Зря не пропадала. С алкоголем кончено, кончено, кончено. Подождите минуточку, подождите, пожалуйста. Фамилия? Красавцев. Красавцев. Так точно. А, алкоголь. Да, справедливо. Так, товарищ Красавцев, положите руки на колени. Положил. Сосредоточьте внимание. Сосредоточил. Слушайте меня внимательно. Так, вообразите... Вообразите себе, красавцев, что это водка. Вообразите себе, красавцев, что это водка. Да, воображаю. Пейте. Доктор, слушай. Пейте. Может, не надо? Приказываю. Приказ? Есть приказ. Повторяйте за мной, красавцев. Я пить брошу. Как сказали? Я пить брошу. Ну, а я не могу. Слушайте, красавцы, вы вообразите, вообразите себе, что вот это водка. Воображаю. Пейте. Доктор, слушай. Пейте. Может, не надо? Давайте. Я хотел бросить. Так, красавчик, повторяйте за мной. Водку пить противно. Как сказали? Водку пить противно. Нет, почему? Ничего. Может, красавчик, я могу с вами возиться. Скажите, вы можете вообразить себе, что вот это водка? С трудом, но могу. Вот, водка. Водка. Это противно. Знаешь, я сам думал, что она водичка. Она вроде с градусом получается. И, знаете, я... Мы... Повторяем опыт. Гражданин, а?
Пожалуйста. Посмотри, пожалуйста, нет ли поближе, чем милиционера? Милиционер, посмотри, пожалуйста, милиционер, посмотри, а? Милиционер! 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 Нет. Слушай, может, дворник есть, но дворника посмотри, а пожалуйста. Что случилось? Да помогу такое дело, но дворника посмотри, дворник! 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 Нет. Слушай, может, прохожий какой здесь? А что случилось? Да понятно, ну дело страшное. Прохожий! Никого нету, нет. Я никого. Ни души, нет. Давай деньги. Давай, черт. Пожалуйста, как раз очень удачно сегодня зарплату получил. На, держи. Стой. На троллейбус, мелочь, на возьмись. Стой. Ты женатый? Нет. А я женат, у меня дома жена не поверит, что я доброе дело сделал. Подумает, пропил, у меня разговор будет. У меня житья не будет. Она мне запилит, мне до получки 2 недели. Очень прошу, очень. Слышь, стрельни в пиджачок, стрельни, сделай дырку, будто я защищался. Мне легче будет, очень прошу. Народ соберет. Место глухое, никого нет, видишь? Ой, стрельни, будь любим. Давай, разок, давай. Еще разок, давай, стрельни, давай еще, давай. Давай еще, вот так, давай еще, в штанишку давай. Давай, так, давай, другую, давай еще. Давай, спасибо, в штанишку давай сюда. У кепочку давай, ну кепочку, ну. Патронов больше нету. Нет, да, ну пошли в милицию. Композитор Найсоу «Садись в белокрылую яхту» исполняет лауреат международного конкурса Кальмер Теносаар. Садись в белокрылую яхту и, пожалуйста, не бойся волн. Нас с тобой будут провожать чайки и легкий морской ветерок. Minova levasse purjehepatti, laine kära pelgaha saa. Ai luuli laane loo, hyvasti sõber maa. Vajakate kisa saada purjehepatti, selja taga hõõtsuhub poi. Ai luuli laane loo, lahele nüüd ahoi. Tuult tulvi luljust, puhevil on purjering. Kui ei loobu sa kiprast pulmust, võin tagasi veel viia sind. Ainult ära unusta, et purjepaadis südameidki või tahab tarm. Ai luuli laale loo, nõnda on lood mu haar. Puhevil on purjering, loobun tammu sa kiprast kulmust, taas hellitavalt vaatad mind. Elustuvad mälestused purjepaadis, õnne kursi võtta päev. Ai luuli laale loo, ai luuli laale loo, rool on meie ka. Шостаковича исполняет учащиеся хореографического училища при Большом театре Союза СССР.
наш концерт сегодня транслируется по радио и телевидению. В радиокомитет приходят тысячи писем с просьбами, с предложениями, замечаниями, благодарственные письма. Недавно пришло письмо следующего содержания. Мы с огромным удовольствием слушали литературную передачу по книге Боккаччо «Декамерон». Подписались ученики 3-го класса. Письма приходят в различные газеты. Об этом сегодня говорилось, вы сами знаете. Бывают письма важные, нужные, деловые. Бывают праздные письма. По следам некоторых писем в некоторых газетах возникают дискуссии. Вот пока будет готовиться следующий номер концерта, я вам расскажу небольшую историю, которая так и называется «Дискуссия». Жили-были Маша с Федей в доме 7 на Маховой. Их считали все соседи образцовой семьей. Как-то раз супруги наши были дома вечерком. И сказала Феде Маша: «Может, мы в кино пойдем?» Но хотелось Феде фото проявить уже давно. И сказал он Маше: «Что-то мне не хочется в кино». Взял с собой он кассеты, прочий фотоматериал и до самого рассвета в ванной снимки проявлял. Ну а Маша до рассвета не могла ни лечь, ни сесть. И в конце концов в газету написала все как есть, дескать, то и, дескать, это, меньше стал меня любить. Посоветуйте, газета, что мне делать, как мне быть. Прочитав письмо Маруси, вдруг вошел редактор в раж. Это ж повод для дискуссии, поднимающий тираж. И без всяких колебаний дал огромную статью с интригующим названием «Мы должны спасти семью». И пошли потоки писем всем, кому не лень писать. В них высказывались мысли, что спасать и как спасать. Вот короткая записка на 15-20 строк. Маше пишет активистка про Мартели Гребешок. Недавно поднят был газетой животрепещущий вопрос. Любовь и дружба, тема эта меня растрогала до слез. Скажу на собственном примере, гораздо лучше жить одной. Гони фотографа за дверь и забудь, что ты была женой. Живи, Мария, без заботы, а коль сгрустнется вечерком, займись культмассовой работой, иди в местком, иди в правком, организуй массовки летом, зимой экскурсии в музей и лотерейные билеты распространяй среди друзей. Короче, будешь жить не хуже, себя работе посвятив, и я уверена, что мужа тебе заменит коллектив. В Феде приняли участие 2 детсада, 3 села. Из одной пожарной части резолюция пришла. Скорее всех про ваш скандал узнал дежурный Вася Шишкин. Он к нам с газетой прибежал, как угорелый, прямо с вышки. Собрание шло 5 дней подряд. По часу речи мы держали. Хоть нам звонили, что горят, мы никуда не выезжали. Нет, Федя, ты не виноват, тебя в газете зря задели. Я сам 3 раза был женат и сам горел на этом деле. С тобою коллектив един, а если что случится, Федя, звони скорее 01, и через сутки мы приедем. Прочитали письма эти Маша с Федей, и вот появляется в газете объявление про развод. В чем же смысл разговора? Я охотно дам ответ, что, конечно, часто споры и семейные раздоры могут темой стать для ссоры, но не темой для газет. Предположим, вам котлету не дожарила жена. Неужели знать об этом вся общественность должна? Или муж, придя с работы, вас забыл поцеловать. Нужно ли вечером в субботу фельетон о нем давать? Я считаю, что не надо, а уж коль не в моготу, шлите письма к нам в эстраду, я со сцены их прочту. Мы продолжаем наш концерт. Сейчас выступают артисты Московского государственного цирка. Канагины. Thank you.
Испанскую песню «Малагенья» исполняет солистка Государственного академического Большого театра Союза СССР Валентина Левко. Малагенья, Малагенья, Малагенья. Qué bonitos ojos tiene debajo de ese dulce cas. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos ni quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña sale rosa y del cielo tiene hermosa. Выступает эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и телевидения. Дирижер, заслуженный артист РСФСР и заслуженный деятель искусств Дагестанской АССР Юрий Силантьев. Дунаевский «Фантазия на темы».